Спокойно, спокойно, Рэм. Спокойно. Нет там никого. Да нет там никого. Пойдем. Да пойдем, пойдем. Пойдем. Вы к Татьяне Петровне? А? Ее три дня как схоронили. Она в больнице умерла. А вы что, Рэмчик ее нашли? Нашел на свою голову. Куда ходит тут? Так может, вы его себе возьмете? Нет, у меня аллергия на шерсть. Будь здоров! А теперь мы передаем слово нашему специальному корреспонденту с места событий. Несчастный случай или чей-то злой умысел? На этот вопрос придется ответить следствию по делу о гибели Григория Пандорского. Тело управляющего Интеркомбанка привезла карета скорой помощи. Палец не откуси. Куда направлялся банкир в столь позднее время? Почему он ехал без охраны? И в конце концов, кому могла быть выгодной смерть Пандорского? Еще? Молодец. Скользкие дороги. На. Что ж, подождем результатов экспертизы. Требует? Здорово. Здорово, здорово. 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 Это что за барбос? Клиент, Рэм. Паскудник от хозяйки сбежал, а я его пока искал. Хозяйка взяла и умерла. Остался без гонорара. Зато с живностью. Вот пристраивать его еду. Стало быть, времени у тебя в обрез? Ну-ка, пойдем поговорим. Не май месяц. Чего? Ща, подожди. Клим. Клим. А? Ну, раз ящик вчера смотрел, значит, слышал, что банкира Пандорского убили. А чё это убили-то? Там сказали, что несчастный случай. Ага, несчастный случай. Это все разводка для лохов. Пандорский лет 10 как за руль не садился. Все говорил,
Не царское это дело баранку крутить. А тут на тебе, все бросил и кинулся на ночь глядя, да еще и по гололеду. Ну мало ли, может, к бабе какой поехал. Не хотел, чтобы знали. Да про его баб нам-то давно все известно. Он с валютными проститутками якшался. Только знаешь, даже самый классный из них вряд ли он привез бы в подарок миллион. Какой миллион? Ну, зелененький такой, лимончик. Только в разбитой машине его не нашли. Откуда же тебе тогда про бакса известно? От верблюда. Ай, молодец. А в середине декабря умер Пушкарев. Это тот, который депутат? Ну да, который депутат. Тоже не бедный был мужчина. Все аптеки в городе были его. И Кликух, соответственно, аптекарь. Так вот, экспертиза показала, что умер он от передозировки наркотиков. Ха. Ну, мало ли, захотел ширнуться. Ширнулся, а с дозы не угадал. Угу. После трех инфарктов самое время культурно кайфануть. Да нет, вроде бы наркотой он не баловался. Ну че, пожрем пока горячее. Угу. Рэм! А я что-то не понял. Тебе-то что? Ваша экспертиза все подтвердила. Закрывайте дела, расслабляйтесь. Че ты паришься-то в одиночку? Ну, скажем так, меня попросили разобраться. А-а, в частном порядке. Ну, что-то вроде того. И кто же-то у нас так убедительно просит? Тебе об этом пока знать не обязательно. А что ты тогда ко мне пришел? Клим, мне нужна твоя помощь. А меня в темно еще никто не разводил. Так что, если собачку какую-то найти или кошечку, это пожалуйста. Жене фотосессию устроить, это да. А денег я не ищу, ни миллион, ни десятку. Так что извини. Клим, не заводись, а? А кто заводится? Кто заводится? Тебе бабла немерено пообещали, да? Не лезь ты в это дело. От него за километр падалью несет. Не в бабле дело. Ты ж меня знаешь. Знаю. С другим бы вообще не разговаривал. Все. Ну, все так все. Ванька, ты подумай, крепко подумай, не ввязывайся в это дело. У тебя Ирина, Витька. Я на тебя не в обиде, Клим. Я тебе перезвоню. Алло. Алло, алло. Ванька, ты где? Я приеду. Не надо. Поздно уже. Что значит поздно? Что значит поздно? Не звони мне, Клим.
Я сам тебе перезвоню. Лиз. А. Я сейчас. Привет. Привет. Почему без оркестра? Ирина не захотела. Есть что? Заточка прямо в сердце. Часов 7 пролежал, пока сторож кафе не нашел. Собаки след не взяли. Сольете, значит? Доработаем мы. Свежепреданец. Пойдем. А он кто? Просто Клим. Из уголовника? Слушай, передали, что идет похолодание. У тебя-то теплые вещи есть? А-а. Приходи во вторник. Во вторник 9 дней. Будут все свои, так что приходи. Придешь? Во вторник март будет. Нет, во вторник еще конец февраля. Ладно. Ты ешь. Не хочу. Знаешь, мне позвонили вечером, накануне его смерти. Мужик твой с Тинкой в Национале трахается. И гудки. А он мне утром сказал, что в командировку в Качину уезжает. И
Я позвонила в отдел, Валька Юдин дежурил. Говорит, ни в какую командировку его никто не посылал. Он отпуск взял за свой счет. Ты была в национале? Смысл? Хочешь сказать, что это я виновата? И если бы поехала, может, уберегла бы? А он? Он разве не виноват? Может, он там по делу был? И отпуск оформил, чтобы делами заниматься. Его уже убили. Он там лежал один под мостом. А я его проклинала, на чем свет стоит. И главное, решила, нет, не прощу. А утром приехал Логинов и сказал, повезли в морг на опознание. Знаешь, я смотрю на него и думаю, господи, какая все это ерунда. Понимаешь? По сравнению со смертью. Витька, господи. Знаешь, они вещи Ванькины перепутали. Что значит перепутали? А так. Пришел пьяный санитар, принес мешок, там, пальто. Какая-то ковбойская шляпа. Говорит, все. Отработали, так что можно возвращать. Представляешь, как они там отрабатывают? А где эти вещи сейчас? Не знаю, я их не брала. Мне сейчас ничего не надо. Ни следствия, ни суда. Пошли они все. Клим! Клим, я тебе одну вещь не сказал. Какую? Отец сказал, никому не говорить. Даже матери. Ну так может не стоит? Стоит. Он мне денег оставил перед тем, как уйти. Вот. Убей его, Клим. Найди и убей. Спрячь. Спрячь деньги. Здорово, Каин. Привет. Во сколько ты его нашел?
6:30. А до 6:30 спал? Телевизор. А, до 3 телевизор смотрел. А как же ты ментов ты вызвал? А, сигнализацию включил. Вохор приехал. Вохор. А те угрозыск вызвали. Ну ладно. Ты посиди здесь. Я посмотрю. Хорошо? Хорошо. Разрешите представиться. Жук Елизавета Александровна. Какой ты жук. Божья коровка. Курить у тебя можно или как? Или как? Курить вообще вредно. А там кто? Там шкаф, я вас слушаю. Значит, дело забрали у Жника Шевченко и передали тебе. Вам. Это во-первых. А во-вторых? А во-вторых, представьтесь, пожалуйста. Фамилия моя тебе ни о чем не скажет. И писать мы ничего не будем. Да в чем дело, в конце концов? Дело в шляпе. Я хочу увидеть шляпу, которая была на Иване Дорошенко в момент убийства. С какой стати вы решили, что я первому встречному должна что-то там... А я не первый встречный. Ты меня уже разочек видела на кладбище. Да, действительно. Вы Клим. Ну, так говоришь, Ивана убили заточкой. Да, предмет цилиндрической формы, длина приблизительно 20 сантиметров, 6 миллиметров в диаметре. Вы ее нашли? Нет. И сто пудов, что не найдете. Иван был спец. Его заточкой можно было только спящего, да и то в спину. А спереди он бы незнакомого не подпустил. А знакомого? А не стал бы он переодеваться, идя на встречу со знакомым. Тем более отключать телефон. А откуда вы знаете про телефон? Баш на баш. Ты мне шляпу и пальто, а я тебе наколку на орудие преступления. А вы в курсе того, что он был в шляпе и пальто? Интересно, откуда? Мне жена его сказала, Ирина. Я их Витьке крестный отец. В каком смысле? Ну, в каком, в каком? В христианском, в каком? Правда? Сука и падлой буду век воли не видать. Не ваша? Да нет. Мне, пожалуй, великовато. А у Ваньки башка была такая же, как у меня. Интересные шляпки носила буржуазия. А при чем здесь буржуазия? Ты узнай, сколько стоит мужская шляпка от Фенди. Вы сюда на примерку пришли? Нет, на твои ножки посмотреть. Ну и как?
Для прокуратуры сойдет. А насчет орудия убийства обманули, да? Я Бужикаровка. Никогда не обманываю. Ни о чем не говорит. Шарик? Правильно, не кубик. Что-нибудь еще? Скользкие чуть-чуть. Как будто смазка какая-то. Я их нашел в сарае, под окном, откуда просматривается место убийства. И что? Экзамен на сообразительность. Только когда будешь докладывать начальству, обо мне не говори. Почему? Уволят тебя. Шук. Клим. Клим, постой. Кто Ивана грохнул? Логинов? Спроси что-нибудь полегче. Вы не хотите знать? Или знаете, но не хотите связываться? Хотя для кого? Разговор есть. Я не понял. Давай. Слышь, козел, что не видишь? Девушка со мной. Че ты? А мне показалось, она с тобой быть не хочет. Или я ошибаюсь? Ну все, козел, ты покойник. В приличном обществе, при даме. Может, выйдем? Да. Давай. Если догорит раньше, чем я вернусь, значит, он прав. Че, мужик, так приспичило, что жизнь на карту поставил, да? А что за жизнь без удовольствия? Ты у меня богатого клиента отбил. Ты понял? А может, в этом твое счастье? Неужели дождалась? Осталось только свалить отсюда. Так, коньячок мой любимый. Рызан! А ну подъем! Подъем! Давай! Куда ты меня привез, а? А тебе не все равно. Ладно, давай, раздевайся. Молодость решил вспомнить, да? Давай, 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 давай. Тесно у тебя только здесь. Ну ничего. Давай, что у тебя здесь? Успокойся. И прикройся. Знаешь его? Нет. Не ври мне. Че, не ври, не знаю я его, не было у меня с ним ничего. Не ври, я сказал.
Что тебе от меня надо? Мне надо, чтобы ты мне рассказала, где, когда и о чем вы разговаривали с Иваном последний раз. Ни о чем мы не говорили. Правдиво и правдоподобно, как в церкви. А ты что, священник? А что ты у него самого не спросишь-то? А нет его. Убили. Как убили? Узнаю, как расскажу. Как? Это из-за меня, да? Из-за меня, да? Ну что ты молчишь-то? Неделю назад из отеля «Националь» позвонила какая-то женщина жене Ивана и сказала, что ты там с ним трахаешься. Отомстила, сука, Жанетта. Администраторша отеля. Я ей по морде надавала недавно. Она отомстить решила. В общем, у нее там бизнес свой, номера своей девочки. Меня романтика вашей профессии не интересует. Иван был единственный нормальный мент. Если вообще мент может быть нормальным. Он меня очень выручал по-крупному всегда. Я ему за это кое-какую информацию сливала. У меня подружка есть, Настя Волошина. Красавица, умница. Языки знает. Понимаешь, языки знает. Она недавно из дома ушла и не вернулась. В общем, ни утром, ни вечером, ни на следующий день. Вы что, вместе с ней работали? Мы живем с ней. На лестничной клетке, на одной. У меня даже ключи есть от квартиры. Я туда заглянула, в общем, загранпаспорт на месте, деньги в нычке тоже не тронуты. Я это сразу... Ой, господи, что это? Я Ивану позвонила. Ну, мол, как делать там, что делать, что Настя пропала? Он мне сказал, приезжай в номер, какой... А, 411 у него номер был. В общем, злиться направо до конца коридора. Я приехала, все про Настю рассказала. Понимаешь, у нас еще две девчонки пропали. В общем, что-то плохо мне, подожди. Что, ломка, что ли? Да нет, я не жиряюсь, подожди. Может, тебя домой отвезти? Да нет, знаешь, в общем, выяснилось, что менты это... крышуют этот бизнес, скажи. А Иван что сказал? Ой, сейчас, подожди. Иван подожди. Что сказал? Подожди. Ой, что-то мне плохо. Иван сказал, что ему некогда этим заниматься. У него друг какой-то есть Клим. Клим, да, Клим. Клим. Тина. Тина. Рота, подъем. Что? Подъем, говорю. Покемарил чуть-чуть, хорош. Ну что еще? Я все уже сказала. Нет, не все. Ты забыла сказать, о чем вчера говорила по своей мобиле с Настей? И Ивану ты не звонила. Он сам тебе набирал. Они меня убьют.
Не. Они меня убьют. Я раньше. Пожалуйста, не надо. Я все скажу. Я очень прошу, у меня сын 7-летний в интернате один. У него, кроме меня, никого нет. Пожалуйста, не надо, я все скажу. Я все скажу, пожалуйста. Иди умойся. Смотреть противно. Так ты тот самый Клим, о котором мне Иван рассказывал? Догадливая. Проходи, садись. Наливай кофе и рассказывай. Только четко и быстро, у меня времени в обрез. В общем, Иван расспрашивал о мероприятиях, ну, которые мы с девочками обслуживали. Угу. В начале декабря. Где проводились мероприятия, кто там был, кто организовывал, о чем говорили. Почему в декабре не сказал? Да нет. А, ну, в принципе, понятно, почему в декабре-то. Потому что Пушкарев же в середине декабря умер. Депутат? Ну да, аптекарь. Почему аптекарь? Да потому, что он всю фармацевтическую продукцию в области держал. Что еще? Итальяшки приезжали еще. Точно, да. Они фабрику оборудуют, хотят заняться производством мебели. Кто из них интересовал Ивана? Ивана? Ивана из них? Из них никто не интересовал, местные интересовали. Ну, кто ходил на эти гулянки, кто организовывал? Кто конкретно? Ну как, ну, самые крутые. Пушкарев, значит, потом банкир Пандорский, хозяин казино и гостиницы Холмский и этот. Банкир Пандорский, хозяин казино и гостиницы Холмский и этот. Галицкий. Галицкий, да, он еще недвижимостью занимается, да. У них были общие дела? Слушай, точно, у них же юрист был общий, да. Кто такой? Адвокат, по-моему, Алексеев Дмитрий. Да, такой хороший мужик, презентабельный такой. Это ты своим подружкам расскажешь. Да ладно, Надька Волошина хотела ему отдаться. Бесплатно, в койку с ним лечь. А он такой важный оказался. Куда уж нам уж замуж, да? А Пандорский это тот, который в аварии погиб? Угу. А Пушкарев от передоза. Угощайся. Коньяк не предлагаю. Спасибо. Слушай, вспомни, кто-нибудь из этих четверых носил шляпу? Какую шляпу? Темно-коричневая такая, итальянская, с широкими полями. Шляпа. Ну да, точно, точно, макароники же привезли, адвокату шляпу подарили. Да, он в ней ходил, а Холмский, как увидел, свихнулся, бегал за ним хвостиком. Говорит, продай, продай. У него стиль такой гангстерский. И адвокат продал? Mm-mm. В карты проиграл. Я до вчерашнего дня думала, что Надьку убили. Было за что? Понимаешь, она последнюю ночь провела вместе с Пушкаревым. Мы, когда с москвичами карусель открутили, они поехали на дачу. Но он пьяный был, заснул быстро. И Надька свинтила оттуда. Честное слово. В 4 утра дома была, я свидетель. А утром его нашли мертвым, и из сейфа пропал лимон баксов. И девушка сделала ноги. Ну а что ей оставалось делать? Мокруху на нее шили. А тебя за что с Клофелией не собирались? Меня? А может, это не меня? Может, это я, кого угостить должна была. Только ты помешал.
Коньяк кто заказывал? Кто-кто? Я. Ну вот и подумай, для кого этот коньячок предназначался. Для кого? Для тебя. И конфетки, может, тоже отравленные. Ты знаешь, где Настя? Фу! Ну, откуда мне знать, где Настя? Ну да, звонила она мне. Спрашивала, нищет ли ее кто. Я ей перезванивала потом. Но она, видимо, карточку поменяла, не отвечает. Ну, честное слово, я не знаю. Ты у нас вообще девушка честная. Значит так, дверь никому не открывать, никуда не звонить. Если выйдешь отсюда, я за твою жизнь лумного гроша не дам. Все. Привет, Жаннетта. Меня зовут Жанна Григорьевна. Я слушаю вас. По фене ботаешь? Мне бы без минут на 600. А вечером девочку пригласить на мирочек. Ну, вроде тебя. Свободных номеров нет. Опа, опа. А мне мой кореш сказал, приедешь, обратись к Жаннетте. Она женщина душевная, обслужит тебя по высшему разряду. Какой еще кореш? Не мешайте работать. Ну, Ванька Дорошенко. Помнишь такого? Он здесь в 411-м, с 15 на 16 жил. Девочка к нему еще ходила. Там не помню, по пьянке как. Нина, Лина. 411-й номер забронирован и в последние две недели никем не заселялся. Незадачка. А ты там это, посмотри свою адскую машинку. Может, ты что попутала? Он мне четко описывал. На четвертый этаж, направо и в конце коридора. А ваш приятель, может быть, отель перепутал? Где расписаться? О-о-о, вспомнил. Вспомнил, как эту Биксу звали. Понял. Тина, Тина. Он мне еще мобильничек оставил. Я не знаю никакой Тины. Не мешайте работать. Отойдите, пожалуйста. Спасибо. Слышь, может, позвонить дашь? А то у меня что-то телефон разрядился. Это служебный телефон, не положено. Прошу прощения. Спасибо большое. А кто этот номерочек-то забронировал? Может, он мне нужен? Так я вселюсь, а? Я вызываю милицию. А вот этого я тебе делать не советую. Менты сейчас злые, подпишут тебя на мах. Ха, это за что же? 16 числа на автоматическом определителе номера в квартире Дорошенко отпечатался номер отеля дежурного администратора. А в тот вечер дежурила ты, бандерша доморощенная, сводница-копилка. Рассказать, как будут развиваться события дальше. Менты сейчас рыщут по всему городу, ищут убийцу офицера, их офицера. На любой звонок приедут минуты через три. Упакуют тебя в отдел, посадят с такими же бабами, как ты, и попросят сказать одну и ту же фразу. Твой мужик сейчас в национале с Тинкой трахается. А вдова убитого определит, чей был голос. Я понятно объясняю. Ну что, будешь звонить в наряд? Или тебе очную ставку с Тиной устроить? Сука. Вот и она про тебя то же самое говорит. Кто, когда и для кого забронировал 411 номер? Турфирма «Вояж» на фамилию Мельковский. Кто такой? Директор фирмы. Позвонил и велел выдать ключи без регистрации. К нему, кроме Тины, кто-нибудь приходил в номер? Я не видела. Он когда вышел из номера? При мне не выходил. Может быть, утром, когда я сменилась. Утром, когда ты сменилась. Он уже был в морге. Жаннетта. Ключ от номера. Я хочу его осмотреть. Thank you.
Красавица, ты чё ж деньгами-то разбрасываешься? Так не моё это. Я не знаю, что здесь вот валялся. Можешь выбросить, мне чужого не надо. Деньги швыряю. А, да, забыл спросить. Ты, что ли, в 411-м хозяйка? Да, я. А кто же? А когда последний раз номерочек убирался? В пятницу. Постель переменили, попылесосили. А прежний хозяин когда съехал? Я не знаю, он номер не сдавал. А у него кто-нибудь в четверг вечером был? Четверг вечером? Четверг вечером. Да, был. Хозяин был. Чей хозяин? Наш хозяин. Холмский, что ли? Да, он самый. Недолго был. Потом пошел и не попрощался даже. А в чем одет был? Ну, как обычно. Пальто, шляпа. В руках такой портфель пухлый. Вот шарфик, не помню, был. Спасибо, красавица. Валентин Сергеевич, вот сюда пройдите. Да, здесь, около окна. Чего тебя вообще сюда понесло? Да я от ветра пряталась. А вообще здесь удобная позиция для стрельбы. Вон, посмотрите. Дорошенко упал на открытом месте. До моста далеко. И убийца не мог нанести внезапный удар. К тому же инструктору по рукопашному бою. А еще при повторном осмотре я обнаружила здесь два шарика. А на них особая смазка. Скорее всего, они выпали из чехла. Я такими же шариками из пневматики стреляла. Но в теле нет шарика. Ни шарика, ни ролика, ни даже говененькой пульки. Правда? Ну, послушайте. Эта смазка содержит специальный воск, который используется для обработки кевларовой тетивы, луков и арбалетов, отмокания во время дождя, чтобы не теряли эластичность. И я подумала, что такая же смазка могла остаться и на стреле. А могла и не остаться. Но она осталась. И у меня есть справка эксперта-оружейника. Ну-ну, давай посмотрим. И анализ волокон входного отверстия. Сейчас. Вот он. Входного отверстия на пиджаке и пальто Дорошенко. Ловите. Ой, мама. Давай, Роман. Давай. Ой. А если он тебе шарики подсунул? Кто? Гонит пальто. Ты что, не догадываешься, о ком я говорю? Ну а как же частица на пальто? Ты что, ему пальто показывала? С него станется. Ох, Лиза. Вот заключение. Посмотрим. Здесь 10 вечера. Темно, как у негров желудки. В день убийства было полнолуние. А на мосту горели фонари, очень ярко, и он оказался в контрастном свете. Арбалет, полнолуние, чушь какая-то. Он что, имитировал ритуальное убийство, что ли? Значит, он выстрелил, затем подошел и вынул стрелу. Да. Слушайте, так. Холодать начало. Пойдемте лучше в машину. Да, конечно, пойдем. А что, из инвентаря ему не было проще с оптика? Глушак на ствол, и все проблемы решены. Ну, была бы пуля, стали бы искать ствол. А так вся милиция была задействована на поиске несуществующей заточки. И потом, может, у него вообще винтаря не было. Так что, теперь надо всех бросить на поиски этого арбалета? Ну, это чушь какая-то. А что? Мне нравится. Как версия, убедительно. Но мотивчик-то провисает. Зачем ему было убивать Ивана? Оружие он не взял? Он стрелял не в Ивана. Он стрелял в человека в длинном пальто и в ковбойской шляпе марки «Фенди». За 1225 долларов США. Стрелял в журавля, попал в воробья. Поехали. Кто вы такой? Убирайтесь немедленно. Это не вам. А я не грабитель. Я просто спроситель. О, ничего себе совещание. Мельковский, ты что, маньяк? Или спутницу жизни ищешь? А? Могу посодействовать по сходной цене. Ах ты, тварь! Знаешь его? Кто это? Иван Дорошенко. Последние два дня своей жизни он прожил в отеле «Националь». В 411 номере. Забронирован на твою фамилию. В прошлый вторник мне позвонил Холмский и велел поселить этого человека по фамилии Дорошенко. Холмский? Это владелец отелей и казино? Ну, почему же отели и казино, и турфирмы «Вояж», и сети ресторанов «Гурман»? Артур Вадимович, с вами я занят! Иди обедать, Рита! Правильно. Молодец.
Почему Холмский сам не позвонил администратору? Об этом лучше спросить у него, у Холмского. Сегодня у него встреча с Галицким где-то в промзоне. Я возьму посмотреть. Отдай. Ой, ой, пусти-ка! Береги нервы, Мельковский. Они тебе понадобятся при допросе. Пусти, гад! Бош на бош. Я тебя отпускаю, а ты мне распечатаешь список клиентов, которым ваша фирма делала шенгенские визы. Understand? All right. Список. Рита! Рита! Ой, идиот, я же ее на обед отпустил. Я сам. Давай. Да-да. Ну, вообще-то он не производит впечатления человека, способного на подлог. Просто мне казалось, что он ваш друг. Был когда-то. Но расскажите, Логинов. Интересный же человек. Хорошо. Но только для того, чтобы уберечь тебя от неприятностей. Он был внедрен в самую крупную по тем временам группировку. Организованная преступность – это группировка беса. Был такой авторитет. Операция была не из простых, потому что провести такую операцию удается один раз из тысяч. Подменили убитого Климом, инсценировали задержание, потом движение по этапу, ну и... А потом, через некоторое время, он убежал с рецидивистами. Честно говоря, я сам не знаю. Да, наверное, уже никто никогда не узнает, что с ним было на самом деле за те 7 лет. Он продержался в банде 7 лет? Да не просто продержался. Он стал правой рукой беса. Он ходил в авторитетах. Он сумел отследить все связи властей с криминалом. Вот эти обороты грязных миллиардов в офшорах. Только тогда мы перестали стрелять из пушек по воробьям. Да, прижали мы их тогда хорошенько. А как же он выбрался? Выбрался. Тут подходят сроки. Мужика вытягивать оттуда надо. А в главке поменялось начальство. Ну, сама понимаешь, новая метла. Обнаружили быстренько. Оборотни в погонах. Ну, пошло-поехало. Полетели папахи. Турнули даже те, кто вел его все эти 7 лет. А кого интересует жизнь крота? Он свою задачу выполнил. И все. А для повторного использования он не годится. Вот так бы Клим остался на произвол судьбы. Если бы не Дорошенко. Да. Ваня собрал 10 добровольцев. Помощи ждать было неоткуда. Пошли ж без санкций. Ну, и вытащили Клима с боем. Хотя и раненого. Вы там тоже были? А какая разница, был или не был? Речь сейчас не обо мне. Да нет. С Климом они поступили намного циничнее. Пустили слушок, что у него остались связи в криминальном мире. Были основания? Да какие там основания? Просто начальство не поощряло контакты с ним. У него как-то сразу и друзей меньше стало. И он вообще считает, что все его предали, кроме Ивана.
Вам его? Я тебя слушаю. Он выходит. Я взял. Чужой слева. Проверьте его. Стоять. Господин Холмский. А вы забыли свою шляпу. Отсюда его, давай! Лежай! Куда шире! Не дергайся! Окно справа! Держи, держи! Я вижу его. Переворачивай нас. Сколько надо вызвать? Дина! Переворачивайся, все. Жан, это твой? Нет. Ты у себя? Нет. Тварь! У Насти. Отдай, падла, сюда! Да! Отдай! Отдай! Ты что, барон, не обшмонал ее? Убью, сука, убью! Черт! Пошел! Какого хрена? Ты вообще с ней пошла? Спала я с ним за бабки, понял? Ты что, ты мне лярва мальца раскидываешь? Не трогай его! Леша, тихо! Заткни его! Дурак! Заткни его! Соседи ментов вызову! Ты че? Ты пасть закрой, клоун! Не трогай его! Заткни его! Сейчас попишу! Заткни его! Заткни его! Каким образом про вояж узнал, а? Не знаю. Каким образом про вояж узнал, а? Я не знаю. Сучка. Не трогай меня. Тихо. Это ж мою тачку курочит. Зам, сбегай, проверь. Давай, давай, быстро. Да шевели ты окорками! Давай! Как он про Жанету узнал, а? Сучка! Как он узнал про нее? Как он узнал про Жанету? Как он про нее узнал? Оставь ее. Все. Женишек пришел, да? Два шага назад. Дурак! Делай, как он говорит. Все, все, все. Пушку на пол. Какую пушку? А? Пушку на пол, ногой ко мне, живо. А, это что ли? А, на. На, подавись. Тина, бегом к машине. Во двор. Леша! Назад! Все назад! Тина, уйди! Ну что, мусор вонючий? Думал взять меня? Попробуй возьми! Пусти пацана с Агатой. Попробуй возьми! Не наматывай себе срок! Ну возьми меня! Попробуй возьми меня! Я
турок он кто? Сутенер. А твой вчерашний клиент? Господи, я не знаю, то ли зан, то ли зам какой-то. Он с Галицким разговаривал. С Галицким? Ну да, они Настю искали. Думали, я знаю, где она. А турок мне за это обещал 5 штук. Что? Галицкий из лимона 5 штук пожалел? Из 2. Пандорский же тоже оформил на себя суду. И за день до смерти получил лимон наличными. Вот только денег с ним почему-то не нашли, когда он разбился. А почему ты мне раньше про это не говорила? А мне что, кто-то докладывал, что ли, а? Откуда я знала? Это турок кокаина нанюхался и проболтался, что, мол, Настя с 2 поимела, а ты, дура, ее выгораживаешь. Вот так-то. Ладно, разберемся. Слушай, это же Настя. Настя Волошина, про которую я тебе рассказывала. А это тебе знакома личка? Так это же я. Ты? А откуда это у тебя? Фамилия Мельковский тебе о чем-нибудь говорит? Mm-mm. А визу в Италию ты когда-нибудь оформляла? Ты что, какая виза? С кем я Алёшку оставлю? На-ка, посмотри. Что это? Это список турфирмы «Вояж», ее клиентов, принадлежавший покойному Холмскому. Волошина, Иваницкая, Величко, Клеймёнова, Клеймёнова, Тина. Я никогда не была их клиенткой, я даже не знаю, где эта фирма находится. Честное слово, я клянусь правдой. А Тине надо знать. Документы оформлены, цены согласованы. И осталось отправить вас, туристок, чартерным рейсом. И все. Здесь 12 человек. Что это такое-то? Пока они хотели заполучить через тебя Настю, они тебя не трогали. А как только поняли, что ты ни хрена не знаешь, заказали твой любимый коньяк. А как же мне теперь? Извини. Торговля живым товаром не мой профиль. Эх ты. Выжил из меня все. А теперь на все 4 стороны. Вот этот фоторобот был составлен со слов капитана милиции Владислава Занова, задержанного вчера в 17-й квартире 23-го дома по улице Бажова. Угу. А это его квартира? Если бы. Эту квартиру снимала некая Волошина Анастасия Викторовна. И, кстати, посмотри список клиентов фирмы «Вояж», и ты увидишь там ее фамилию. Да-да-да, «Вояж». Да-да-да, да. «Вояж». Да. Волошина. Нет-нет, я сейчас занят. Ну, чуть позже, пожалуйста. Волошина. Хорошо, хорошо. А что он там делал? Ничего особенного. Просто сидел на полу и держал в руке табельное оружие имени товарища Макарова и смотрел на труп сутенера по кличке Турок, убитого из этого же оружия, как утверждает задержанный, Климом. А что Клим там делал? А он что там был? Ни следов, ни отпечатков, ни свидетелей в вышеуказанной квартире, естественно, обнаружено не было. Ясно. А кто этого Заново задерживал? 27-е отделение. А сейчас он где? В СИЗО. Поехали. Ну, вообще-то он без адвоката говорить не хочет. Ну, это а адвокат будет еще только через час. Так что, что, едем? Едем, конечно. Ну, поехали. В принципе, и кофейку успеем попить. Поехали. О, как же они ее курят. Так, что у нас еще тут? Возьми. Большим человеком стал Кирсанов. У президента такой охраны нет. После смерти аптекаря бронированный джип купил. После панды увеличил охрану на 10 человек. А после Холмского? В кабинете заперся, вискарь глушит. Хоть ты с ним не пей, а? Вот поэтому я тебя прошу, Дима, голубчик ты мой, не в службу, а в дружбу. Поезжай туда и проконтролируй, как бы этот болван чего лишнего не сболтнул. По моим данным, он пока молчит,
Но дело это, как ты сам понимаешь, мокрое, прокурорское. Буду весьма признателен. В твердой валюте. Угу. Утро доброе, господин Галицкий. Это для кого как. Вас было четверо, таких крутых и борзых. Вы сидели здесь с доперестроечных времен и думали, что все вокруг ваше. Заводы, гостиницы, люди, дома. Торговали этим всем направо и налево. А вот 3 месяца назад кому-то это перестало нравиться. И кто-то стал валить вас одного за другим. И вот вы остались в одиночестве, Михаил Аркадьевич. Как думаете, кто будет следующий? Решили принять смерть под наркозом? Ну, а тебе от этого печаль какая? Правильно мыслите, никакой. Но 9 дней назад этот же самый киллер убил моего единственного друга, за упокой души которого вы только что выпили. Я хочу найти его. Найти и закопать под землю. Не знаю, не знаю. Я еще не знаю, на что ты способен и можно ли тебе доверять. Значит, не вспомнили, где вы меня видели? Нет. Так я напомню. В 96-м году вы приезжали на виллу к бессмертному Евгению Семеновичу. Бес? Вы тогда привезли 100 штук зелени для приобретения 30 стволов и нарвались на ментовскую засаду. И кто-то вас вывел из-под огня, Михаил Аркадьевич. А ведь одно мое слово, и вот всего этого у вас могло не быть. А из всей недвижимости была бы камера 3x4, совмещенная с парашей. Это к вопросу о том, можно ли мне доверять. Ну ладно. Твоя правда. Так вот, я от вас тоже правду хочу. Спрашивай. Зачем вы ищете Настю? Настю? А, эту проститутку. Затем, что после смерти Пандорского она мне позвонила и предложила сделку $500 000 за имя убийцы Пушкарева. Блеф? Она была с ним в ту ночь и теоретически могла что-то видеть. Вы отказались? Почему нет? Я готов был заплатить ей, но она больше не объявилась. А потом выяснилось, что она ту же игру вела с Холмским. Неплохо. И вы отправили своего человечка из ментовки ее найти, так? Не отпирайтесь, Михаил Аркадьевич. Не отпирайтесь. Ну, допустим. А вдруг это окажется не блеф? М? Ну и тогда появится возможность опередить убийцу. Не появится. Почему? Потому что капитан Занов находится в изоляторе временного содержания. А сутенер Турок, которого он привлек на поиски проститутки Волошиной, временно содержится в морге. И что теперь? Теперь? Да. А теперь мы с вами составим контракт, согласно которому вы мне доверяете разыскать эту самую Настю. Естественно, за вознаграждение. Ну, во-первых, все мои контракты составляет мой юрист. Я только подписываю. А он сейчас занят. На этот раз мы обойдемся без юриста. Что? Пришло время платить долги за твое многолетнее молчание, а?
как ты собираешься найти эту девицу? Да плевать мне на девицу. Я убийцу искать буду. Каким образом? Образом простым. На живца. Ты хочешь сказать, что этим живцом буду я? Угадали. Я уложился. Теперь можете выпить. Спасибо. Что-то не хочется. На завтра крупная сделка намечена. Люди из-за границы прилетают. К вечеру он опять... А наживет. Что за сделка? Да, старый завод химволокна итальяшкам продают под реконструкцию за 5 лимонов. Кстати, это тот самый, с которого киллер слил Холмского. А во сколько сделка? 12. Да ну, ты еще раз оклемайся. Ну, пока, Кирсанов. Давай. Бывай. Прошу прощения за опоздание, пробки. Алексеев Дмитрий Алексеевич, адвокатская контора «Алекс и К». Логинов, здравствуйте. Жук. Елизавета Александровна, мне искренне жаль, что наше знакомство происходит в таком малоприятном месте. Гражданин Занов, я буду представлять ваши интересы в суде. Разумеется, если вы этого пожелаете. Итак, вас обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 103 Уголовного кодекса «Умышленное убийство». Вы согласны с обвинением? Нет. Тогда как вы объясните, что вас задержали в чужой квартире? Ну, мы это, в гости приехали к этой, к Волошиной. Раньше вы у нее бывали? Нет. Вы пришли без цветов, без коробки конфет, без бутылки вина, не предупредив своим звонком? Я предлагал турку цветочки купить. Ну, давай, давай. Вали на покойничка в твое положение, это самое верное дело. Продолжайте. Ну, мы пришли, позвонили в дверь. Никто не открыл. Турок ткнул дверь ногой, открыто. Мы вошли. Беспорядок кругом. Ну, а потом меня сзади по голове кто-то ударил. Я упал, а он начал драться с ним. С кем с ним? Ну, с этим. С уголовником. А откуда вы знаете, что он уголовник? А что тут знать-то? На нем и так все написано. У вас было при себе оружие. Почему вы им не воспользовались? Ну так я же говорю, меня сзади по голове ударили, и все как в тумане. Я, конечно, достал пистолет, но он у меня его ногой выбил. Что было дальше? А что дальше? Дальше он потерял сознание. А когда очнулся... Пистолет оказался у него в руке, а на полу мертвый турок. Ну и полкило рассыпанного кокаина. Ворвалась милиция, его арестовали. Так было? Ну так. А не объясните ли вы нам, гражданин Занов, как оказались ваши с турком пальчики на комоде, на посуде Волошиной, на аквариуме с рыбкой? На ее шкатулке с фотографиями. Будьте уверены, если бы отпечатки пальцев оставил уголовник, мы бы, конечно, его идентифицировали по нашей картотеке. Вы меня извините, но это абсолютно бездоказательно. Он мог быть в перчатках, мог вообще стереть узоры, уходя. Да, трудно вам будет защищать его интересы в суде, Дмитрий Алексеевич. Что вы, Елизавета Александровна. Это обвинению придется трудно. А я и не таких вытаскивал. Подождем, пока органы дознания выполнят свою функцию и разыщут, как минимум, хозяйку квартиры. Ты не убивал ее, честное слово. Занов,
Если бы все в этом мире измерялось честным словом, то добро и зло давно поменялись местами. Да подстава это! Угол в него стрелял! Уводите. Вы позволите мне побеседовать с моим подзащитным с глазу на глаз? Я думаю, можно. Это ваше право. Благодарю. Подождите за дверью. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Сядь. Скажи-ка ты мне, голубчик, когда это ты успел запомнить его особые приметы? Пока кулак по воздуху летел. Я видел его раньше. Ну, в таком случае давай все по порядку. Ай да Клим. Дался тебе этот Клим. Влюбилась, что ли? Просто странная способность оказываться в нужное время в нужном месте. Прям Джеймс Бонд какой-то. Да, в розыск такого Джеймс Бонда. Каталажку его по подозрению в убийстве. А какое сегодня число? 28-е. Я сама его найду. Стажером был. Сразу после училища. Я привык к нему. Знаешь, как привыкают к собственной шкуре. Ее замечаешь только тогда, когда с тебя ее сдирают. Он меня вытащил оттуда. Откуда живым не возвращаются? Мою задницу прикрыл, а я вот... Угощайся. Вкусные, покупные. Спасибо. Клим, он стрелял не в Ивана. Он стрелял в Хомского. Я сегодня допрашивала задержанного по подозрению в убийстве капитана милиции Занова. Он утверждает, что его приятеля Туркина застрелил вот этот человек. А кое-кто очень хочет дать его в розыск. Кое-кто это Логинов. Где, говоришь, Туркина застрелили? Пожова 23-17, и квартиру снимала Анастасия Волошина. Не было меня там. Как же он срисовал ваши особые приметы? А мы с одним Зановым в баре на Столичном как-то коньяк кушали. Может, он меня там срисовал? Ты бармену наши портреты покажи, он вспомнит. Ладно. А Волошина это что говорит? Она ничего не говорит, ее ищут. Соседи показали, что там еще ребенок был. Ну, ищите. Когда найдете, тогда обрежете. Невкусные пирожки, какое-то масло прогорклое. Как на Алифе. А хотите, я вам хачапури испеку? Настоящее, из слоеного теста. Меня мама научила, она в Сочи живет. Не хочу. Почему? А зачем привыкать? Здравствуй, полковник. Узнал? Долг платежом. Пару пустяков. Нужно досье на одного типа. Полное досье. Нива.
Камуфляж. В-342-СВ. Те 18-то есть? Все 26. На, посмотри. Может, узнаешь знакомых кого-нибудь. Это имеет отношение к убийству Холмского? Не только. В каком смысле? Баш на баш. Опять. Нужна информация. По операциям Интеркомбанка о выдаче наличных с декабря по февраль включительно. Но это коммерческий банк. Я не думаю, что они сообщают налоговые обо всех мелких операциях. Нет-нет, мелкие не интересуют. А обратите внимание на сумму с 6 нулями, выданные тем, кого уже нет в живых. Но это нужны серьезные основания. Прокурор санкцию не даст. Придумай что-нибудь. Твой трамвай. Клим, поедем ко мне? Я здесь недалеко живу. Ну, чаю попьем, подумаем обо всем этом деле. Я слушаю. Да и что ты молчишь?
Скажи мне, Лиза, кто тебе дал этот диск? Подбросили. Когда? Неважно. Компьютерщики утверждают, что этот диск видоизменен вчера, 4 часа дня. То есть здесь чего-то не хватает, или вернее, кого-то не хватает. А что это меняет? Лиза, ну не нравятся мне эти игры. Послушайте, Логинов, я не играю в игры, я работаю. И не вам обсуждать методы моей работы. Ну, понятно, понятно. Знакомый стиль поведения. Извините. Да ничего, ничего. Ты что, куришь, что ли? Теперь да. Понятно. Клим вчера был в агентстве «Вояж» 4 часа дня. Вот он и стер файл с этого диска. Тебе понятно? А какое это имеет значение? Да никакого. Просто он воспользовался услугами валютной проститутки, как осведомительница. Допросите Мельковского. Я послал за ним, но его нигде не могут найти. Плохо работаете. Волошина пропала. Мельковского не могут найти. Менеджер агентства Туркин убит. Мы можем задержать по подозрению в его убийстве Клима. Пусть посидит немножко. Как, вы не против? Я полагаю, что он не имеет отношения к торговле живым товаром. Послушай меня, Лиза. Я тебе уже говорил, что Клим опасный человек. Он может ворваться в офис фирмы и избить директора. Он может ухлопать одного ублюдка, а вложить пистолет в руку другого. Понимаешь? Он может добыть информацию любыми методами. Пытками, шантажом, подкупом. Убийством, в конце концов. А ты нет. Ты должна вызвать свидетеля повесткой, оформить процессуальные действия протоколами и ждать адвоката. Не надо меня учить, Логинов. Я сама знаю, что и кому я должна. Кстати, ваша ревность здесь неуместна. Ревность? А мы с ним делаем одно и то же дело. Мы ищем убийцу Ивана Дорошенко. Только мы для того, чтобы арестовать и предать суду, а он для того, чтобы убить. Только почему-то, вместо того, чтобы идти по следу убийцы, мы влетемся по следу Клима. Так надо его изолировать, чтобы он не плелся у нас под ногами. Знаете, почему вы так нервничаете? Потому что вы понимаете, что Клим с его методами будет всегда вас опережать. А вы с вашими указами, законами, бумагами, вы всегда будете плестись у него в хвосте, потому что вы винтик в системе, которую никому не дано переделать. Клим эту систему понял и не стал переделывать, он просто из нее вышел. Ну и замечательно, пусть он действует на свой страх и риск. Мы просто тихонечко будем ступать за ним, след в след. Знаете как? Как паровозик и вагончик. Прицепились и чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Пока он своими, как вы говорите, варварскими методами не выведет нас прямо на убийцу. И вот тогда мы его обойдем. Придержим и обойдем. Подло. Благородно, Логинов. Мы не дадим ему убить человека из низменной мести. Мы будем судить убийцу по закону. Вы слишком правильный, Логинов. И вам не хватает цинизма. Именно поэтому вы состарились раньше времени и не преуспели в борьбе с бандитами. Да. Да. С бандитами не бороться надо, а защищать их. От таких, как ты. Тебе что, дешевая слава нужна? Валентин Сергеевич, я не посягаю на экономическую свободу. Мне нужны сведения, которые прольют свет на убийство Ивана Дорошенко. И, кстати, не только его. Не понял.
Я думаю, что в городе действует серийный убийца. Скорее всего, майор Дорошенко знал, с кем ему предстоит встретиться. Он подготовился, я имею в виду, что пистолет был снят с предохранителя. Да уж. Вряд ли это было любовное свидание. Я думаю, что он нес деньги, выполняя условия шантажиста. Не факт. Ну а что еще? Поговорить можно в сауне. Если что не так, то пуля в лоб без разговоров. Кстати, с Хомским было то же самое. Зачем же все эти фокусы с переодеванием? Наверное, не хотел ставить под удар семью. Дома он сказал, что уезжает в командировку. За час до назначенной встречи Хомский приехал в гостиницу. На нем были пальто и шляпа, и при нем был саквояж с деньгами. Он знал, что за ним следят, и он поднялся на 4-й этаж в номер к Ивану. Там Иван переоделся и вышел из номера уже под видом Хомского. И поехал на место, где нужно было передать деньги. Ну, оставил и ушел себе. Ну, Хомский знал, что даже если он передаст деньги, назад он не вернется. Это отчего же? Потому что он был не первым. Ты сама догадалась? Или кто подсказал? Сама. Валентин Сергеевич. Что? Ну не волнуйтесь вы так. Мы имеем полное юридическое право проверить счета Хомского. Угу, и не будет никакого резонанса и никакой вони в СМИ. Но я вам обещаю, правда. Все будет хорошо. Да, да. Иди работай. Алло. Клим, Хомский денег не снимал. Не может быть. Тогда кто? Это Алексеев. Он был связующим звеном между ними и банком. Он приносил на подпись бумаги, и только его пропускала охрана. Да, и самое главное, он вел дела. Он знает о них все. Я прикажу его задержать. Ты ничего не докажешь. Еще и извиняться перед ним придется. Ну и что мне теперь делать? Ждать, пока он ошибется? Ждать осталось недолго. Thank you.
Чего тебе надо, Клим? Чего? Отомстить хочешь за Ивана? Ах, как эффектно! Что ты? Должно быть, это влияет на этих молоденьких девочек, которые не знают, что Холмский заплатил ему круглую сумму за это. Уйди с дороги, Логин! Да я на своей полосе, понял ты? А ты на чужую зашел? Чего тебе надо? Думаешь, если нож держишь под штаниной, значит, крутой стал? Чего ты эту девочку преследуешь? Чему ты учишь, в конце концов? А ты кто? Опекун? Или глаз на нее положил? Знаешь что? Отдали ей это дело и концы в воду, да? Что? Молодая, неопытная. А там висякое подсукно. А если туда зайдет, вы с прокурором тут как тот. Недаром тебя мента прикрепили к этой божьей коровке. Дурак ты, Клим. Ты что, думаешь, мы не знали, чем занимается аптекарь или этот панда, а? Что, притон Холмского не знали, где находится? Да мне плевать! Плевать, что они мочат друг друга, понял? Главное, что с каждым трупом в городе становится дышать легче. А ты, Клим, сядь на своей ржавой барже и кочумай, понял? А то что? А то, что я арестую тебя, потому что ты не имеешь права расследовать убийство. Ты можешь. Ты всегда был правильный мент. Только запомни, меня нанял Галецкий. Знаешь такого? А теперь арестуй меня, на! Браслеты при тебе. Прочь с дороги. Так, так, ключи у него внутри, надо взламывать. Быстрее, Клим, быстрее! Так. Что ж ты наделал-то, а? Поехали. Давай, давай. Давай сюда, давай. Блин. А, сейчас. А ты... Он вернулся с презентации один? Нет. С адвокатом. Алексеев когда ушел? Часа три тому. Я лично его проводил. Потом мы с Аркадьевичем выпили за удачную сделку. А затем он сказал, что хочет поработать. Поработать? Угу. Поработать. Поработать, говоришь? Ты на оригинала лимон привезешь сегодня за 4 назвал. Ты сегодня продал. Приедешь один, сообщишь ментам смерть. А чё? А этого уже никто не узнает. Твою мать. Что делать, Клим, а? То, что положено самураю, когда убивает его сёгуна. Я звоню Логинову. Отставить. Отставить, Кирсанов. Алексеева выпустят через час после того, как задержали. Ну что? Ну что делать, Клим? Ничего. Как минимум 24 часа. Никто не должен знать, что Галицкий мертв. Ты меня понял? Так точно. Давай. Thank you.
что, киллер сраный? Стеклышки потерял? Что ж ты в них не видел, в кого стреляешь? А зачем он пошел? За несколько штук жизни отдал! Кого спасал? Подонка, который девок на иглу сажал и в итальянские бордели продавал. А твой Иван, брат, все! А ты Ивана не трожь! Он мне был как брат! Он был мне больше, чем брат! Потому что родного брата у меня никогда не было! У меня был брат, Андрюха, а я воевал! Куда пошлет? Против своих! Против чужих! И меня уволили! 28 лет! Так что жизнь наша с тобой похожая. Не совсем! Давай, стреляй, Клим, стреляй и покончим. Устал я, обрыдло все. Турнули. Меня Андрюх сюда позвал. Я приехал, женился на Ксении. Ждала меня все это время, пока я воевал. Сбережения быстро проели. Работы не было. Решили честным бизнесом заняться, придурки. На диком пляже. Развлекательный комплекс построить. Рестораны, кафе. Все для людей. Суду никто не давал. Один пандорский подонок по 200% годовых. Но дело новое было, рискнуть мы решили. Думали, быстро отобьем все. Как бы не так. На третий день бандиты Галицкого пришли. 60% нам, 40% вам. Ну, конечно, это сейчас. Галицкий почетный гражданин города. А по нечетным, как был вором, так вором и остался. Я тогда здорово отметелил засланцев этих. Сказал, еще раз придут, я вас всех капусту покрошу. Месяцев не было. А через месяц к нам оборудование из Финляндии пришло. Перегрузили мы из контейнеров фуры. Везем, а тут спецназ, ОМОН, досматривают. Находят 3 килограмма синтетического наркотика. Все, тюрьма. В
Ну и, конечно, сразу бандиты эти. Галецкого тут же нарисовались. Помощь предложили. Через депутата Пушкарева. Недорого. $1 миллион. Мы собрали, что могли. Квартиру продали. Андрюхин дом, оборудование. Хомский сказал, деньги на тот самый пляж принести, чтоб был кто-нибудь из нас, чтоб не вздумали милиции сообщать. Хотел я пойти, но Андрюха на правах старшего не дал. Ксения тогда на 4-м месяце была. Нашли Андрюху с заточкой в груди. Денег никаких, конечно, при нем не было. Один охранник видел, кто убил моего брата. Ментам сказал. Они ему за это язык вырезали. Каин. Каин. Решил Аксению отправить в Калининград к родителям от греха подальше. Посадил в джип, повез в аэропорт. Далеко мы не уехали. Джип взорвался. Странное ощущение. На тебе горят волосы, одежда. А тебе и не больно. Потому что твоя жена, твой неродившийся сын. Не смог я Ксению вытащить. Я выжил, чтобы этим сукам отомстить. После стольких операций я изменился до неузнаваемости. Мать родная не узнает. Я взял фамилию погибшей жены, закончил юрфак университета. А когда Хомский был в Москве, и суде я через влиятельных людей попросил составить протекцию. Я выиграл для него практически безнадежное дело. И тогда он пригласил меня сюда. А дальше ты стал собирать на них компромат. Что-то они тебе сами рассказали по пьянке, а что-то ты знал. Да, свидетелей я нашел. Убедил их дать письменные показания. Дал гарантии безопасности. Да везде у меня появились свои люди. В прокуратуре, в милиции, везде, где я был по делам моих клиентов. Ты стал предлагать своим будущим жертвам копии обвинительных заключений. И хотел, чтобы они у тебя выкупили их за $1 миллион. А что им миллион? Что им миллион по сравнению с перспективой пожизненно оказаться за решеткой? И ты стал их мочить по их же схеме. Да. Хомский должен был погибнуть от заточки, как мой брат. В том самом месте, на том самом пляже. Что ж ты его из арбалета-то, а? Бил бы заточкой и увидел бы, что не того колешь. Ты ее не мог рисковать. Оставалось еще двое. Пушкарев, который подсунул вам наркотики, от наркотиков и подох. Да, подох. А банда, который, охранники которого подложили бомбу в машину, так в машине и сдох. А Волошина? А эта шлюха, она увидела, как я делал укол аптекарю, позвонила мне, потребовала за молчание половину. Да я бы ей больше дал. Но она сделала не так.
Она позвонила Панде, Хомскому и Галецкому и предложила им купить имя убийцы. Так? Сколько тебе Галецкий предложил? Сколько? Я тебе дам больше. В 10 раз, в 20 раз больше. Я все тебе отдам. Мне не нужны деньги. Только отпусти меня. Отпусти меня. Я должен поквитаться. Я должен поквитаться с Галецким. Опоздал ты. Что? Что ты сказал? Повесился Галецкий. Не дождавшись твоего приговора, сам его себе вынес. Зачем же? Зачем же ты тогда пришел? Привет. Привет, крестный. Это тебе подарок. Спасибо. Хороший. Мама! Иду. Красавец. Хороший. Оп. Оп. Ну, зайти-то можно. Thank you.